Общественный транспорт – лицо любого города, особенно когда дело касается столицы. Узнаваемым Минск делает продукция БКМ холдинга, производителя электротранспорта, известного как «Белкоммунмаш» не только в Беларуси, но и далеко за пределами нашей страны. Экологичный, комфортный, современный – самый подходящий слоган для детища компании. В современной линейке БКМ холдинга – электробусы, троллейбусы и трамваи. Это транспорт не просто средство передвижения, это имидж, эффективность и забота об окружающей среде. Выгодно, на их фоне выделяются модели Е321 и Е433 Витов Макс Электро, которые призваны сменить дизельный автопарк. Электробус – инновационный пассажирский транспорт, одновременно объединяет в себе преимущества троллейбуса и автобуса и исключает их недостатки. Минские машины оборудованы системой накопителей электроэнергии на базе суперконденсаторов с запасом хода до 20 км и быстрой зарядкой на конечных остановках. Данная технология обеспечивает возможность эксплуатации электробусов 24 часа в сутки. Важнейшая характеристика – повышенная комфортность. Разработчики гарантируют удобное размещение всех категорий пассажиров. Особое внимание людям с ограниченной мобильностью. В салоне предусмотрены места для инвалидной коляски с системами фиксации оповещения водителя, механический пандус с ручным управлением и система понижения уровня пола со стороны входа. И еще один яркий показатель. Внутренний климат не зависит, какая температура за бортом, минус или плюс 40. Поездка по городским улицам будет и приятной, и полезной. Салоны оснащены современной информационной системой. На светодиодных табло отражаются данные о маршруте, времени следования и остановках. А на мониторах в пути можно ознакомиться с последними новостями. Серьезное внимание разработчики уделили безопасности. Двери оборудованы системой защиты пассажиров от так называемого зажатия. Более того, электробус не сдвинется с места, пока створки не закрыты полностью. Аналогичной системой оборудована и модель Е420 Витов Электро. Правда, эти машины популярны в качестве корпоративного транспорта. Их услугами пользуются такие гранды, как МТЗ и БелАЗ. Забота об экологии – тренд нового поколения, в том числе и нового поколения продукции отечественного предприятия БКМ Холдинг. В общей сложности 80 электробусов, в том числе и прошедших рестайлинг, уже перевозят пассажиров по улицам Минска.